Меня зовут Ира Базарсадаева. Меня зовут Василиса. Я Никита Панфилов, один из первых выпускников летого 2021 года. Я из города Почит в Мурманской области. Я приехал в Летово из города Казань. Я приехала из Ставропольского края. Да, в этом году я оканчиваю школу. Я учусь в 7 классе. Сейчас я учусь в университете Торонто в Канаде. Мне даже километр было сложно пробежать, а сейчас я начала получать удовольствие от того, что я не перехожу на шаг. Понимая, что вот раньше я этого не могла, а сейчас у меня получается, ого. Сейчас в Летово я больше всего люблю то, что я могу спокойно учиться. Здесь есть комфортное место для отдыха, ведь это очень важно, как мне кажется. Ну, для меня это неотъемлемая часть жизни, так или иначе. Со мной работают мои друзья Марк, Петя и Давид. За эти полгода нам удалось создать почти готовую модель автомобиля на базе каркаса от картинга. Наверное, было самым клевым это собираться все вместе вокруг одной идеи и знать то, что все мы хотим сделать что-то классное в стенах нашей школы. Главное, что давало Летово, это возможность почувствовать себя комфортно. У тебя есть какой-то твой дом, где тебя всегда примут, поддержат и, возможно, наставят на правильный путь. Каждую неделю я возвращаюсь в школу и преподаю олимпиадную географию детям. Такого сосредоточения пылких и любознательных умов я не встречал больше нигде. Здесь почти все люди заряжены желанием учиться и понимают, что для достижения их целей надо работать. О школе Летово я узнала от своего старшего брата. Моего брата зовут Вадим Залипов. Он учился здесь 3 года, с 9 по 11 класс. Он учится в Гарварде. Он рассказывал очень много всего интересного про школу. Когда я пришла, школа была еще лучше, чем рассказывал мой брат. Я хочу помогать людям справляться с какими-то их проблемами в жизни. Каждый человек заслуживает права на жизнь дальше в спокойствии и комфорте. Региональная экономика и география – это один из ключей к решению глобальных человеческих проблем. Мне больше интересна биология, и я планирую развиваться как биоинженер. Конечно, есть огромная благодарность и огромное уважение к этим людям. Помогать в школе – это действительно очень значительно.